Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня мы посмотрим мой заказ по пятому каталогу. И начну, наверное, пожалуй, с самого интересного, что мне прям очень-очень понравилось. Это краска для волос. Я буквально перед видео покрасила волосы, решила немножко поэкспериментировать с оттеночками. Заказала я вот таких две краски. Одна из серии «Эксперт». Это цвет 9.1, очень светлый блондин пепельный. Изначально хотела краситься ей одной, а потом увидела вот такой вот шикарный оттенок краски Salon Care 8.8 бежевый блонд. Но он прям вот не бежевый, камера плохо передает, вот так, а немножечко вот с таким даже розовым отливом, таким красивым. Третья степень стойкости краски, артикул 8278 вот этой, и эксперт пепельный 18048. Девчонки, я их смешала пополам, и вот такой вот получился классный цвет. Вот это прям вот то, что я хотела, тот оттенок, который я искала. Мне очень нравится, я просто безумно довольна, волосы живые. Кончики не пересушенные. Прям вот волосики после окрашивания были мягенькие. Вообще просто. Вот, кстати, Salon Care позиционируется как шелковое окрашивание. Глубокий уход. Она еще и ухаживает. Она с аминокислотами шелка. Восстанавливающий флюид после окрашивания. Да, я его уже использовала. Здесь была как бы такая масочка, бальзам еще внутри. Краска у меня осталась, потому что я взяла по полтюбика. Развела их во флакончике этой краски. Вот здесь даже немножко есть. Смотрите, вот он кажется вроде таким темным. Даже когда я голову покрасила, мне показалось, я сейчас все, буду какой-нибудь среднерусый. А нет, остался блонд, но с таким вот очень красивым отливом. Никакой не желтый, не желтит. И вторая красочка эксперт. У меня здесь полностью остался окислитель. Я использую во второй раз, потому что я брала из той краски. И тоже половина самой краски пепельной. И бальзамчик. Вот, так что такие две коробочки на два раза. Мне очень понравился оттенок. Рада я безумно. Так что, девчонки, всем советую эти краски. Мне очень понравился результат. Вот этот цвет вообще божественный. Я не знаю, может быть, в следующий раз. Вот так, может быть, видно. Я попробую его один, без пепельного. Посмотрим, что получится. Очень красивый. Так, ну с красками все. Давайте дальше пройдемся по бытовой химии, наверное. У меня заказали два порошка. Сейчас, вы знаете, акция идет, они по 279 рублей, если брать два. Это самая низкая цена на порошки, ниже она не бывает. Это для клиентов, для покупателей. Все себе я пока не заказывала, у меня есть впрок. Я очень люблю премиум, именно премиум. И всем остальным его тоже советую. Так, артикул у нас премиум. Артикул 115-25. Мне больше всего нравится в нем отдушка. И результат стирки тоже нравится больше всего. Средство для мытья посуды с малинкой тоже у меня заказали. 111-95. Без этого средства уже свою кухню не представляю. Это настолько экономично, это настолько выгодно. Вот такого флакона мне хватает, наверное, месяца на 4 точно. Потому что он разбавляется водой 1 к 3, 1 к 2, кому как удобно. Но это действительно очень выгодно. Цена 149 рублей, 4 месяца мыть посуду, причем до скрипа. Это замечательно. Мне больше всего нравится именно малинка и еще эвкалипт. Себе я беру. Также у меня попросили как бы чистящее средство. Я, естественно, посоветовала наше средство для духовок и плит, потому что лучше его я никогда не встречала. Без особых усилий я очищаю духовку, кастрюли, сковородки, привожу практически в новый вид. Артикул 111-19. Если кто не пробовал, очень советую. Оно тоже очень экономичное. Большой флакончик, 149 рублей тоже стоит. Хватает очень надолго, и чистить им можно абсолютно все. От ванной до кухни, полы, швы на плитке, кастрюли, абсолютно все. Справляется прекрасно, на ура. Нет никакого химозного запаха, отлично пахнет. Не надо надевать респиратор, чтобы не задохнуться. Здесь этого всего нет. Так, дальше, девчонки, вот такое мыло тоже у меня заказали для кухни, устраняющее запахи. Мне очень нравится этот аромат, аромат орхидеи. Здорово пахнет цветочками. Артикул 112-10, оно действительно устраняет запахи. Я проверила уже, на чем только не проверяла. На доске резала рыбу, селедку. Все прекрасно устраняет с первого раза. Капнул капельку, помыл замечательно. Руки то же самое. Кошачьи туалеты.
Даже так, да, восхитительно просто. Мне очень нравится это мыло, я всегда его беру и буду брать. Так, из бытовой химии. А, вот еще таблетки для посудомоечной машины. У меня тоже их заказали. Ничего вам за них не могу сказать, потому что в моем доме посудомоечной машины нет. Но если вы пользовались уже, напишите, пожалуйста, отзывы. Очень интересно. Артикул 110-60. Я вам тоже обязательно после того, как моя знакомая протестирует их, расскажу действительно, насколько они хороши. Все в одном. Эффективно очищает, придает блеск, не требует соли и ополаскивателя. Вот так. Так, дальше, девчонки, вот таких вот три новиночки у меня в заказе. Одна, конечно, для себя, и если мне понравится, я обязательно возьму еще. Это новинка этого каталога, репейное масло, восстановление, уход. Здесь репейник и красный перец. 99% натурального состава здесь. Они все одинаковые у нас, все с красным перчиком. Уже читала я отзывы про это маслице, и как бы девочки пишут, что оно печет голову, но не жжет. Хочется, конечно, эффекта вау, чтобы прям пожгло, и прям на следующий день волосики отросли. Но чудес, как говорится, не бывает. Ну, пахнет прям какими-то травками, наверное, даже репейником. Сейчас я вам попробую показать, как оно выглядит. Ой, лишь бы на руки не попало, говорят, прям жжет. Оно средней консистенции, не сильно прям такая масляная структура. Цвета как подсолнечное масло, вот если вы видите, вот так. Ну и перчиком, кстати, тоже отдает чем-то таким вот остреньким. Вот так что буду тестировать, тоже потом обязательно отпишусь, есть ли эффект или нет. Потому что сейчас весна, надо свои волосики приводить уже в порядок. Так, дальше, девчонки, у меня заказали вот таких две туалетных водички. Моя знакомая всегда уже много-много лет пользуется серией Fruity Story и вот этой вот водичкой. Но так как сейчас на них тоже акция, всего, по-моему, 269 рублей за 30 миллилитров. Вы знаете, я когда первый раз вот ее понюхала, она мне очень понравилась. Такой дорогой и интересный шлейф она после себя оставляет. Действительно, водичка стоящая. За 269 рублей, так это вообще сказка. Вот вторую она тоже взяла сиреневенькую себе на пробу или на подарочек кому-то. Артикул желтенькой водички, так, 33-26, сиреневый 33-08. Я сиреневую еще не пробовала, но когда она придет, обязательно при ней, без нее не буду, затестирую ее и расскажу вам про эту водичку. Так, дальше, пробничек стирального порошка. Почему-то у нас пробника не было, вот такого вот премиум. Пробники представлены были только в серии «Альпийские луга». Но это тоже хороший порошок, как бы, ну, практически то же самое, только с небольшой отдушечкой. Это я беру на подарочки для своих клиентов, чтобы они попробовали, оценили. Так, дальше, девчонки, серия «Эксперт». Серия «Эксперт», которая, в которую я влюбляюсь все больше и больше, а также мои клиенты. Гипоаллергенный уход. Здесь у меня восстанавливающий крем «Комфорт» для чувствительной кожи. Артикул его... 16,65. Я брала его уже очень много раз. Он мне безумно нравится тем, что он выравнивает цвет лица, убирает шелушение и зуд. Если у кого-то есть после зимы кожа вот такая вот, знаете, бывает особенно в Т-зоне, шелушится, на лице сразу видно тональный крем, когда вы его наносите. Этот крем с этими проблемами справляется на ура просто. И сейчас он тоже по акции, был самая низкая цена, по-моему, 199 рублей. И вот у меня клиентка его тоже постоянно берет и просто в восторге, и мы взяли с ней, конечно. Для себя из этой серии я взяла крем Капилляра Протектор. Я так думаю, что он тоже будет здорово справляться с покраснениями, выравнивать тон лица. Он предназначен для ухода за кожей, склонной к покраснению и куперозу с выраженной сосудистой сеткой. У меня этих проблем нет, но так как это была распродажа по срокам годности, этот крем обошелся за копейки, меньше 70 рублей, по-моему, даже, я его взяла, потому что так они довольно дорогие. Капилляр, укрепляющее действие, существенно уменьшается интенсивность покраснений и гиперчувствительность кожи. Постепенно сосудистый рисунок становится менее выраженным, а кожа приобретает более ровный тон. Замечательно, будем тестировать. Здесь, смотрю, витаминчики F, Новафтем, конечно же, кислородный комплекс. Вот такой вот крем. И из этой же серии я взяла еще себе, так, это у нас отбеливающая паста 200%, я ей сейчас пользуюсь, нравится очень, это для клиентки. Артикул 60-94, пасты действительно достойные. Вот так она, 200+, отбеливающая. Она, ну, не знаю, отбеливает, не отбеливает, но, по крайней мере, налет удаляет идеально. То есть я вот недавно была у зубного, мне сказали, что у меня налета абсолютно нет.
Так что паста действительно очень хорошая, когда по акциям она по 109 рублей еще вообще замечательно. Так, девчонки, дальше что у нас? Дальше я взяла себе... активная крем-маска для лица 2 в 1. Глубокое очищение и матирующий эффект. Антиакне. Я ее не пробовала, но я уверена, что серия «Эксперт» меня не разочарует. Акне я тоже как бы не страдаю, но все-таки хочется сейчас после зимы обилия различных питательных кремов почистить свои поры, почистить лицо. На весну, тем более она матирует, мне кажется, это супер. Можем с вами даже открыть и посмотреть, что она из себя представляет. Она фольгированная. Так. Открыла. Ой, как тяжело она выдавливается, такая густая. Очень тяжело выдавливается. Такого бежевого цвета, ну прям густая-густая. Так, сейчас с вами попробуем. Так распределяется. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, в составе белая глина, наверное, за счет нее она и такая густая. Да, здесь есть белая глина. Глубоко увлажняет кожу, нормализует липидный барьер, убирает следы от постакне, матирует кожу, снимает красноту, избавляет от черных точек. Глубокое очищение. Вот я ее нанесла на руку. Наверное, надо все-таки плотным слоем. Такая, ну, матирующий эффект прям чувствуется. Так, еще здесь у меня мерная ложечка для порошка. Как же без нее? Еще в рамках моего марафона, который сейчас у меня ВКонтакте идет, ссылочку на мою страницу я выложу в инфобоксе. Марафон по правильному питанию, и прекрасными помощниками в этом выступают мне средства Фаберлик. Сейчас я допиваю очищение и заказала себе контроль. Здесь 60 порций по одной в день, разжевывая контроль аппетита. Вот так выглядят дрожжи. Баночка была фольгированная, но я уже одну приняла, и они не такие, честно говоря, противные, как очищение. Очищение мне с трудом удается разжевывать. Вот эти, ну, совершенно обычные. Очищение прям какое-то имеет такой не очень приятный привкус. Ну, что делать? Красота требует жертв. И из этой же серии еще кисели. Кисели. Лесвит тоже контроль и очищение. Лесвит – это лесные ягоды. И я его уже пью на постоянной основе несколько недель. Он очень вкусный. Ну, лесные ягодки прям замечательные. И он действительно контролирует... аппетит. То есть, когда мне хочется покушать чего-то, прям вот я выпиваю кисель, и действительно чувство голода убивается. Он реально действует. Посмотрим, как будут действовать вот эти вот дрожжи, концентрат пищевой, прессованный. Обязательно вам потом расскажу. Артикул его 156-22. Артикул киселей с лесными ягодами 154-63. И очищение со вкусом сливы 154-62. Тоже безумно вкусные кисели. Это то, что надо сейчас на весну. Из детской серии, девчонки, вот такой вот у меня блеск для губ. Дочь выбирает себе сейчас все сама, берет каталог, листает. Мне надо вот это, вот это, вот это. Кот апельсин называется. Так, артикул 47-40. Я не знаю, он будет, наверное, запахом апельсина. Вскрывать я не буду. Пусть она это сделает, как бы, ну, сама заказывала. Так, потом вот такая зубная паста «Кошка Манго». Артикул ее 24-42. Мы берем эти пасты уже очень давно. Очень они мне нравятся. Прекрасно очищают зубки. Никакого налета. Замечательные пасты. Никаких нареканий. Вот здесь фольгировано все. Вот такая вот она веселенькая оранжевая. И очень вкусно пахнет манго. Так, и еще у нас вот такие наклеечки Фаберлик на ушки. Я уже их открыла посмотреть. Здесь 20 пар. Они как бы как сережки на ушко прилипают, и ребенок довольный ходит. 20 пар, диаметр 0,8 сантиметра. Материалы ПВХ картон. Аксессуар для детей. Китай. Ну, она сама заказала, ей очень захотелось. Вот такие вот наклеечки парные на ушки. Дальше, девчонки, серия «Уикенд». Это новинки. Для себя я заказала вот такой крем. Это восстанавливающий крем для лица. Вообще, эта серия позиционируется как серия средств, которые управляют циркадными ритмами кожи.
То есть крем с уникальной формулой подарит коже долгожданный отдых, сотрет следы усталости и поднимет тонус. Я уже попробовала его, он был вот фольгированный. Крема здесь, ну, где-то вот так. Ну, 50 мл, сколько заявлено, я думаю, столько здесь и есть. Просто такой большой тюбик. Так, попробуем сейчас. Вот такой вот он консистенции. Разносится хорошо. И прям кожа такая мягенькая. Мне кажется, ну, не разочарует меня эта серия. А запах, запах обалденный, цветочный. Очень нежный запах, и кожа прям вот в месте, где нанесла, такая нежненькая. Так, из этой серии артикул крема, девчонки, 0136. Из этой же серии я на подарок взяла масочку Weekend. Артикул ее 0137, это ночная маска для лица с питательной формулой. Ухаживает за вашей кожей, пока вы спите. Потом обязательно получу отзыв на эту масочку своей знакомой и расскажу вам, как. Так, еще, девчонки, вот из мужской серии вот такой вот гель для душа, для лица и для тела, и для волос. 3 в 1 из серии Celsius. Серия Celsius мне очень нравится. Запахи мы ее частенько берем, и дезодоранты. Достойная серия, сейчас тоже там вот она была с какой-то скидочкой, не очень дорого. Так, артикул этого средства 0525. Еще вот таких парочка освежителей для полости рта, экстра свежесть. Смотрите, как они интересно упакованы, здесь такая ленточка. То есть до вас освежитель никто не открывал, не пользовал. Это экстра свежесть, ополаскиватель для полости рта для всей семьи. Для всей семьи, вот мне интересно, с каких интересно лет можно деткам. Артикул 2293, это у меня заказали, поэтому открыть не могу. Тройное действие, защита от кариеса, свежесть дыхания и забота о деснах. Вообще он такой прям термоядерный, самый, наверное, термоядерный, который есть в Фаберлике. Но свежесть действительно держится какое-то время, если там не перекусывать, то часа 2 держаться будет. Освежители хорошие. Они сейчас тоже по акции были по 99 рублей. Так, еще вот такой шампунь Ботаника, частенько у меня его заказывают. Артикул 8736. Это шампунь плюс бальзам, 2 в 1. Восстановление и защита для слабых и поврежденных волос. Береза и репейное масло. Бюджетная очень серия. 89 рублей стоит и либо бальзам, либо шампунь. Но многим вот нравится. У меня частенько его заказывают из этой серии шампуни и хвалят, и заказывают снова и снова. Запах обалденный, но, правда, я не чувствую здесь березы и репейного масла. Прям вот, мне кажется, пахнет таким зеленым яблочком свежим. Вот такой шампунь. Так, дальше, девчонки, у нас осталась декоративная косметика, от которой тоже у меня масса эмоций. Так, то, что не мое, я сейчас вам покажу, это помады «Абсолютное увлажнение». Артикул 489. Это какой-то оттенок был вот натуральный. Слово было такое в названии, но он действительно вот смотрится как натуральный, красивый, естественный. Так, вторая, это у нас тоже абсолютное увлажнение, 480. Здесь какой-то вот был вот арбузный какой-то такой вот цвет, яркий довольно, в красных тонах. Вот такая помадка. Так, и еще одна, абсолютный объем, артикул 498. Здесь в названии что-то было вот про пион. Такая нежно-розовая помада, пудровая немножко, мне кажется, вот красивый оттеночек, кто любит розовые, вот такой. Так, и еще 3 оттеночных бальзама, которые сейчас у нас по хорошей цене, 59 рублей всего. Они представлены там в 3 цветах, по-моему, натуральный. Розовый еще какой-то. У меня заказали 2 вот таких. И себе я взяла тоже 1. По-моему, это натуральный артикул 441-21. А вот бледненький 441-20. Сейчас я вам покажу, что он из себя представляет. Вот такой вот стик. Сводчик попробуем сделать, если будет видно. Вообще бальзамы этой серии очень питательные, здоровские. Вот смотрите, нежный такой розово. Розово-персиковый даже, наверное, оттенок. Ну, мне кажется, здорово на лето, на весну с небольшим оттеночком. Отлично. Так, и последние, девчонки, это 4 средства, которые пришли мне за 8-й шаг стартовой программы в подарок. 4 средства всего за 99 рублей. Так, давайте начнем, наверное, с лаков. Лаками я не крашусь, наверное, он пойдет мне куда-то на подарочек. Потому что сейчас у меня всегда гель-лак.
Оттенок был что-то типа вот спелой вишни. Артикул 7565. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам на чем-нибудь сделаю, чтобы было видно, как он выглядит на бумажке. Похож цвет на спелую черешню. Вот такой оттенок. Но красивый, красивый, насыщенный. И вообще эта серия же у нас... так, эта серия у нас, сейчас, секундочку скажу, называется «Лучший сценарий». Да, это все 4 средства из этой серии. И вот эти лаки очень хвалят и по стойкости, и по качеству. Ну, пойдет кому-нибудь на подарок. Так, дальше, девчонки, тональный крем. Тональный крем – это просто, ну, какое-то чудо. Называется он «Двойной стиль». Артикул его, так, артикул 6308 – выравнивает рельеф кожи, подстраивается под цвет лица, увлажняет и восстанавливает. И плюс здесь есть SPF защита от солнца 15. А в инструкции заявлено, что нужно сначала наносить, смотрите, здесь два отсека, сначала наносить основу под тональный крем, это вот эта вот беленькая, дождаться ее полного высыхания и наносить сверху сам тональный крем. Но я люблю экспериментировать, и захотелось мне его смешать. Смотрите, сейчас я вам покажу. Значит, вот беленький, и вот сам тональный крем. Вот так они выглядят. Не скажу, чтобы он для бледной кожи. Вот так вот я его смешивала. И вместе вот так наносила на лицо. Действительно, очень нежный получается тональный крем. И благодаря вот такому смешиванию, мне кажется, можно поиграть с оттенком. То есть, если у вас более бледная кожа, вы добавляете больше основы, чуть меньше тонального крема. Если загорелая, то больше тонального, меньше основы. Цвет, ну, просто изумительный, не рыжит, замечательно ложится на кожу, распределяется, он не виден после нанесения, не сушит ее, немножко даже, наверное, увлажняет благодаря вот этой вот основе под макияж беленькой. Вот, и из всех кремов тональных, что я брала в последнее время в Faberlic, на данный момент вот этот мне нравится больше всего. Почему? Потому что он имеет цвет немножечко как бы под загар. На весну, на лето сейчас это самое то, потому что все остальные крема у меня остались, они слишком бледные уже для весны. А до зимы пускай полежат. Так что кремом очень довольна и советую попробовать. Ну, замечательный крем. Сейчас я распределю еще и покажу вам, как он подстраивается под кожу. Вот его еле видно, а спустя какое-то время, вот я уже ношу его несколько часов на лице, его не видно абсолютно. Дальше из серии «Лучший сценарий» тушь. Тушь, причем... Так, где у меня упаковочка? От туши уже куда-то подевалась. Так, упаковочку не покажу. Она такая тоже красивая, золотистая. Вообще вся серия смотрится потрясающе. Здесь красные такие бордовые вставочки. Тушь предоставлялась в подарок одна, выбора не было, как бы только вот все вот этой серии. Меня немножко смутило, конечно, что здесь кисточка не силиконовая, а обычная. Но посмотрите, какая она большая, вот даже рядом с глазом. Она прокрашивает абсолютно все реснички. Я раньше принципиально не пользовалась такими кисточками, только силиконовыми, но сейчас просто я влюбилась в эту тушь. Она так разделяет реснички, удлиняет, и объем, она заявлена вообще как супер объем. Так, где же наша коробочка? Нет, уже не найду. В общем, она заявлена, тушь супер объемная. Ни одного комочка, прекрасное разделение и удлинение, и изгиб хороший. В общем, все замечательно. Сейчас я вам покажу поближе. Вот так она выглядит на ресницах. Так что артикул туши 5598 советую. Особенно тем, кто вот сомневается и любит тоже силиконовые кисточки, это однозначно подойдет. Ни одного комочка, вообще замечательно. И из этой же серии помада. Тоже оформлена просто обалденно. Тоже красная вставочка, бордовым цветом написано Faberlic. Артикул 43069. Оттенков много было на выбор. Я решила взять в название что-то там какой-то натуральный. Вот так выглядит в стике. Вот. И вот так на губах. Сейчас сделаю вам еще сводчик. Вот такого она цвета. Не знаю, как
Ну, с розовым все равно отливом, но что меня как бы поразило, это ее текстура. Мне кажется, что здесь в составе есть какая-то сыворотка, потому что когда я ее наносила на губы, еще поспешила, мне так хотелось попробовать, губы были суховатые, немножко даже вот нижняя шелушилась. Я наносила ее на губы, нанесла, и где-то через несколько секунд они абсолютно выровнялись, и никакого шелушения, ничего на губах не было. То есть она однозначно за губами ухаживает. Несколько часов ее тоже уже ношу, она не растекается, в складки не забивается, практически не стирается, она при всем при этом довольно стойкая. Так что обязательно из этой серии буду пробовать еще оттенки однозначно. Значит, артикул 430-69. И вот такой вот цвет приятный. Так, ну и на этом, девчонки, все. Вот такой у меня был заказ. Я жутко им довольна и подарками, и серия «Лучший сценарий» теперь просто, ну, покорила меня. Вот эти средства, они просто обалденные. Помада, тушь, тональник. Лучше, по крайней мере, Фиберлик точно я еще не пробовала. Вам очень советую попробовать эту серию. Ну, а на этом все. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. Пока-пока.